Ростик, зевает. Наташа ему вход открыла, гуляет здесь. Но много там рыбу не съест, пропадет. Он кушал, я подошла, он кушал. Нет, вот там за бревном она вот кто-то оставила. Ростик, открыли тебе вход, у тебя маленький мальчик. Кто попросил, чтобы я замедлил эту высоту, метр высота вот этих вот. Вот. То это самое попросила яблочко дать. Ну, он там ходит, кормилица. Нужно ей дать морковку, чтобы она не скормила. Ну да. Ростик. Открыли ему, чтобы он осваивался. Может, с той стороны можно сфотографировать. Маленькие лежат попросить. Если они есть. Ты что, что-то мамаша-то одна телена.